Всем здорово, танкищики, подписчики! Сегодня я вам покажу один из боев, который был совсем раньше. Это, так сказать, ремейк другого видео, которое было давно. Это был сезон, точнее момент, когда я, возможно, бы ушел с Ютуба. Были трудные времена, но все-таки, ребята, я просто отдохнул морально и приступил дальше к делу. К делу YouTube канала. Ну что, ребята, я вам желаю самого приятного просмотра. Возьмите печенюшечку, кофеек, что вы любите, чаечек, ребят, потому что этот видос вас по-любому заставит в конце, даже если не сейчас, прожать лайк. Да, ребята, поэтому я вам не буду говорить, прожимайте лайки, пишите комменты, просто смотрите и радуйтесь. Так, ну и конечно же я буду озвучивать данный ролик, ведь это самое интересное, ребята. Эмоции, наверное, будут зашкаливать, но этого я вам не обещаю. Фух, ну в общем, на Су-152 заехали мы на карту Эшелон и сразу же на ПТ-позицию мы начали потихонечку выцеливать противников. Да, ребят, уже прошло минуту боя и я просто ничего не успел сделать. Я вам, конечно же, не обещаю, что прямо сейчас будет что-то невероятное, но смотрите до конца, и тогда вам очень понравится. Вы понимаете, да, о чем речь? Смотрите, у меня даже пинг идет немного. И именно в те моменты, когда я там стреляю в кого-то, вот уже фугасом закинул в Action X первый снаряд. Да, вышел он всего лишь на 339 с поджогом. Ну, он быстренько поремкался, так бы прикольно было. Так, и тут сразу же Скорпион ошибается. Выехал и отлетел в ангар. То есть, понимаете, такие вот самые простейшие действия, вот начиная с самого легкого, уже 423 урона, точнее 429, и что-то мне подсказывает, ребят, что здесь вообще просто какая-то халява, да? СТА-1, ребята, просто. Взял уже два фрага и набил совсем чуть-чуть урона. То есть я заехал на свою позицию, уже 2 минуты боя, и в итоге, что в итоге? Вы посмотрите, счет 3-1. Ребята, что может быть не так? 3-1 счет. Так, ладненько. Куда мы? Что? Ребята, как? Это тут же бой? Нас осталось двое, их четверо. На тебе фугасик! На 1000 отправляем в ангар, ребята! Нас остается двое против троих. Мой сам взводный, возможно, сейчас сольется, ребята! Ребята, он танкует, кажись. Давай, давай, танкуй! Понимаете, вот в чем фишка? Мы побеждали легко, 3-1 счет был. Но я помогу со взводному, но я не успел. Я остался один против троих. Снаряды не залетают, ребята, что ж ты будешь делать? Ай-яй-яй, ну, да, только хотел сказать, не светанулся, но я светанулся, что же делать, ребята? Я остался один против троих, по точкам у нас просто не преимущество, это точно, и я просто могу слить, ребята, этот кадочку, но с вертушечки он просто не успевает даже, короче, чувачок заснул, я получал, понаполучался две тычки, ребята, просто у меня осталось 200 с плюсом хп. Ребята, понимаете, да, понимаете, я еще давно-давно писал боягузы, то есть этот бой реально был давно, где-то, ребят, честно скажу, этот бой где-то был, я не знаю, наверное, в прошлом году, а может полгода назад, ну, короче, вот в чем прикол, просто смотрите дальше, что будет. Вы понимаете, Action X, на, и понимаете, я просто в эту же секунду повернулся, мне сейчас скажут, скорее всего, не спеши, потому что... Я реально на вид как будто спешил, но на самом деле я просто отвернулся не вовремя. И вот, да, с вертушечки забираю Action X. Там наверняка шотника меня ждет, ребята. Кто там у нас? Какая-то восьмерочка, вроде бы АТ. Ребята, АТ-15. Ну смотрите, у меня 200 с плюсом хп, ну я такой на расслабончике еду, да, сейчас шотнику доберу спокойно, ребята. У нас по очкам как бы проигрыш, если время потянуть, то мы просто проиграем, что? 1400-500 хп, а у меня 286, АТ-15, ребята. Только не это. Понимаете, о чем речь? У меня еще пинг немного есть, смотрите, пингует. Ребят, АТ-15, что мы будем делать? Пытаемся ее развести на выстрел, у меня еще пинг идет, да как это возможно вообще выиграть ее?
Ладно, смотрите, ребят, и обязательно, если вам понравится, опять на каток меня поставило, только не это. Да, рикошет! У меня 31 хп, она фуловая, ребята, мы по точкам проиграем. Давай, ну надежду все-таки, надежды мы не оставляем, ребята. Мы со взвода уже пишет 15/10, типа, за то, что выжила с такими хп. Я просто хочу дать через каток по урону, но просто альфа не засчитывается. У нас уже минута 24 боя, и мы просто по очкам можем слить легко. Союзник пишет: подкрутка. Ай, ребята, очки, открутка, пинг, я тоже недоволен, но все-таки, что будет дальше, ребята, у нас осталась минута 9 секунд, он выезжает, надо как-то танговать, но как, если мы жотные остались, он меня может фугасом добрать, давай, я все-таки надеюсь, он выстрелил, у меня один шанс, давай, с вертухи в лючок, вы зацените какой момент. Обалдеть, с вертухи в лючок, когда мог рикошет пройти. Но это еще не конец, ребята, у нас 49 секунд, и очки просто зашкаливают. У меня нет слов, просто... И он опять выстреливает, если я сейчас попаду, это будет просто фиаско. Да! Я попадаю прямо в лючок два раза подряд, и он не успевает откдешиться, адреналин не вовремя включает, ребята. Союзники АТ-шки пишут, что анрак просто... Ну, у меня 30 секунд, и очки просто зашкаливают, я сейчас могу слить спокойно, он меня сейчас может обрать, ну что? Как? Что сейчас будет, ребята? Фугас! Он выстреливает! Я рискую на свертухи! Ба-бах! Невероятный бой! На 15-ю секунду вытащил, ребята! Спасибо огромное за просмотр, здесь мастер Колобанов и куча медалей. Ребята, я просто думаю, что вы обязаны поставить лайк. Все, ребята, спасибо за просмотр, покеда!